Николай Комаров, увлеченный шахматист, приехал в Киев, чтобы разыскать знаменитого гроссмейстера Бестрюкова, который сошел с ума и скрывается в диком виде в ботаническом саду. Я, кажется, заблудился. Неля Кузнецова, проголодавшаяся и оттого невеселая. Здравствуйте. Вы тоже заблудились? Не могу сделать выбор. Я заблудился. Вот еще одного известного шахматиста, он тут скрывается от психиатров. А вы не боитесь тут один ходить? Нет, я не боюсь. Знаете, вот Асабендра же тоже доской отбивался. Я вижу, что вы не здешний. А вот я живу неподалеку, а мы местные. Знаем легенду о ведьме из Бацада. Какую легенду? 80-е годы. В Бацаду нашли волчью нору. А в ней маленькую девочку. В этой норе еще куклы всякие были, обглоданные кости. Потом эту девочку забрали в детский дом. Ну а там она перекусала всех воспитателей, перегрызла горло директрицы и сбежала. Об этом во всех газетах писали. Какой ужас! Эта девочка потом вернулась в Бацад и поселилась в самой темной его чаще. Ее в разных местах здесь видели. То она воровала кабачки на участке овощных культур, то пила водичку из водяного фонтанчика. Видите этот забор, а затем сторожку? Ну? Как вы думаете, для чего этот забор? От ведьмы. Стойте! Что? Видите? Это она! Кто она? Ведьма! Пошли, нет времени говорить! Thank you.
Подожди! Гроссмейстер Бестрюков! Вы его знаете? Нет, я только что поняла, что это он. Целый день его ищу. Я теперь секции шахматистов. Мне поручили. Я сначала думала, что вы и есть гроссмейстер Бестрюков. Я не он. Хочу мяса! Хочу крови! Я такая голодная! Вас пирожок не устроит?